Ми повернулися. Марафон на Чорноморці триває. Наш тут наступний наш гість Скендер Барієв, голова Кримсько-Татарського ресурсного центру, член Меджлісу кримсько-татарського народу. Добрий день. Можемо по-русски? А добрий день. Первое по порядку, но не первое, не знаю, первое ли по значению. Есть какие-то новости про исчезновение Ирины Данилович из Крыма? Есть какие-то новости? Да, что касается Ирины Данилович, то здесь у нас есть информация из наших достоверных источников, что на самом деле она сейчас содержится в СИЗО. В СИЗО, при всем том, что самое интересное, адвокат, который заранее подписал договор соглашения адвокатский, он, это Айдер Азаматов, он непосредственно обратился, но, к сожалению, ему еще не дали ответ. Но по нашим источникам, достоверным источникам, я все-таки этим источникам доверяю, она находится сейчас, там они создали какой-то спецблок, где содержат людей, и об этом они не особо так сообщают. Поэтому я думаю, что в соответствии с российским законодательством на запрос адвоката в течение 10 дней они должны дать ответ. Поэтому я думаю, что эта информация должна будет более четко проясниться. Но насколько мы владеем информацией, она содержится непосредственно в СИЗО. Во всяком случае, знаете, эта информация, когда к нам пришла, мы во всяком случае успокоились в том плане, что хотя бы она жива и находится непосредственно в СИЗО. Есть хоть какие-то предположения, почему именно ее, именно таким образом выкрали, и что это вот, что за странная такая история, то есть при всем при том она, ну вот совершенно не похожа на какую-то, не знаю, террористку или там какую-то диверсантку, почему вдруг именно по ней так ударило? Не, ну она все-таки, несмотря на то, что по образованию она медсестра, она стала достаточно, ну скажем так, эффективным журналистом. И поэтому любая информация, которая выходит из Крыма, ведь они отслеживают нас, они отслеживают, какой посыл даем мы. Часто мы даем точные достаточно посылы, интересные посылы. И поэтому с учетом для них это практика обычная. Они насильственно выкрадывают активистов, они насильственно выкрадывают журналистов, они насильственно выкрадывают людей, которые имеют другое мнение. И поэтому подобные действия происходят и продолжают происходить как на территории оккупированного Крыма, несмотря на то, что они объявляют эту территорию уже своей, и, соответственно, там введены все системы, системы силовых структур, то есть это и полиция, и прокуратура, и суды, но подобные действия продолжаются или уже активно проводятся и на территории уже новых оккупированных территорий. Я имею в виду, это Херсонская область и Запорожская область. Да, поэтому мы поговорим отдельно об этом. Я понимаю, что нужно это отдельно четко проговаривать. Давайте пока по Крыму. Вы упомянули спецблок некий. Что за спецблок? Это СИЗО, кстати, Симферопольское? Да, Симферопольское СИЗО. У них там мне как-то назвали так специфическое такое название. Что-то вроде спецблока. Поэтому мы все-таки надеемся, что она там все-таки на самом деле содержится. То есть, возможно, в этом спецблоке она не одна, возможно, там находятся и те люди, которых достаточно массово сейчас, крадут на новых оккупированных территориях, на Херсонщине, на Запорожщине. На самом деле была информация, что они, скажем так, очищали или освобождали дополнительные камеры. Кроме того, действительно есть информация о том, что с новых оккупированных территорий они везут тоже в Симферополь. И есть тому подтверждение. Когда опять же мы возвращаемся, с одной стороны, на Херсонскую область, Меншаев Артур, который был насильственно вывезен из дома 11 апреля, мы также получили информацию о том, что он также находится в СИЗО. Его откуда вывезли? Я не услышал. Его вывезли из Геническа. Здесь ситуация такова. На самом деле он проживал с супругой на территории Чангара.
А далее, когда вот начались все эти события, он переехал с семьей, с сестре супруги. Они находились генически. Первый раз его, так сказать, задержали и провели так называемый обыск, ну, правильно будет, незаконное проникновение в жилье еще в конце февраля. Его продержали более 3 суток в 17-м училище. А после этого, где применяли пытки, он с переломанными ребрами вернулся домой. И вот второй раз приехали к нему уже 11 апреля на белом бусике с разбитым стеклом задним и с буквой Z. Его забрали и увезли в неизвестном направлении. Родственники не знали, где он находится. Мы стали активно информировать об этом. Мы стали готовить документы уже в рабочую группу ООН по насильственным исчезновениям. Вот сейчас буквально вот на днях прошла информация, нам дали информацию, но также мы доверяем этому источнику, во всяком случае, ближайшие родственники, что он находится в СИЗО. Но опять же, нужно все это перепроверять окончательно. Причем СИЗО в Симферополе также. Мы о каком количестве примерно таких случаев можем говорить? Мне, например, это все очень напоминает начало 2014 года в Крыму. О каком количестве выкрадывают? Да, вот таких. Да. На территории мы ведем специальную статистику, и мы делали совсем недавно презентацию, и по нашим данным, это то, что мы смогли зафиксировать. Однозначно, что мы не претендуем на большую точность. Порядка 118 человек подвергались насильственному, скажем, выкрадыванию. То есть там были разные формы. Первая форма, когда приезжают домой, производят незаконное проникновение. Это имеется в виду 118 только на территории Херсонской и Запорожской областей, новых оккупировано. Приезжают домой, проникают незаконно в дом военнослужащие. Могут быть также ФСБшники, чаще военнослужащие. Могут провести так называемый обыск, когда переворачивают все на свете, не представляют никакой документ, санкционирующий так называемый обыск, забирают и увозят. Второй вариант, когда человека могут остановить на блокпосту, соответственно, у них есть списки, проверяют по этим спискам, могут отправить родственников или водителя на машине дальше, человека забрать и увезти, ну, допустим, в гигиеническом районе 17-го училища. Но при всем том, из 118 человек есть люди, которых впоследствии отпускали. Это было связано и с активностью местных жителей, когда люди активно собирались и демонстрировали свою позицию, пытаясь отслеживать. И связано с тем, что когда мы своевременно, эффективно информировали все международные структуры, журналистов и так далее, это работает. На самом деле работает, потому что таким образом мы четко обозначаем, в какое время, в каком месте, куда приехали, как забрали, сколько дней, где, возможно, содержится. И как раз-таки я еще раз хочу вас, пользуясь случаем, обратиться ко всем, не будьте безразличными. Никто вас там не призывает, там, допустим, в этой ситуации там, заявлять о каких-то политических мотивах. В этой ситуации вы, в первую очередь, хотя бы должны друг друга поддерживать. То есть собирайтесь там, где проходит так называемый обыск. Скажем, отслеживайте, снимайте на камеры, скидывайте нам информацию своевременно. И ходите, интересуйтесь так называемой комендатурой, где находятся ваши близкие. Таким образом, вы, во всяком случае, фиксируете и обозначаете, что вам человек не безразличен, и мы четко об этом всем начинаем раскручивать на международных площадках. Что происходит сейчас в Крыму? Мы поговорим, мы потом еще вернемся на новые оккупированные территории. Что происходит сейчас в Крыму? Как Крым переживает эту войну? Как переживают это те люди, которые выходили с протестами? Как переживают это те люди, в семьях которых есть военные, которые поехали воевать в Украину? Как переживают это те люди, которые вернулись, гробы в их семьи, уже мы знаем и о таких случаях? Как переживают те люди, которые контактируют с украинцами, которые массово достаточно приехали с новых оккупированных территорий в Крым, в том числе, например, с Мариуполя, там, с Бердянска, с того же Геническа? Как, что происходит? Какие настроения сейчас в Крыму, вот в этом военном Крыму?
Да, давайте разделим на разные категории. То есть первая категория – это оккупанты. Что они делают на территории Крыма? Они продолжают обыски планово, они продолжают задержания. Допустим, нами зафиксировано только за апрель месяц. Вот за последние, самые последние новости. Это за месяц, не за 4 месяца. 10 было задержаний, было 2 обыска, было 12 допросов. 17 арестов, но в том числе и приговоры по плану, как у них проводятся. И 3 приговора было, и новые аресты было, 8 новых арестов было. Далее нарушение права опять же проводят на суд справедливый и так далее. То есть мы видим, что, по сути дела, действия оккупанты не меняют в отношении наших соотечественников. Теперь, что касается людей и настроений. Вот как раз таки это другая интересная ситуация, где на самом деле настроения меняются, и это уже мы когда говорим про крымчан, то здесь есть разные люди, есть, конечно, достаточно большое количество тех россиян, которые приехали, гражданских я имею в виду, или родственников военнослужащих, которые приехали на территорию Крыма, они создают общий такой вот фон. Потому что это вы говорите много. Про так называемых понаехав, правильно я понимаю? Да, да, ну так, в Крыму всегда говорили про таких залетные, да, скажем так. Залетные или понаехи, да. Да, но, к сожалению, их еще достаточно много, к сожалению, они покупают жилье, они пытаются обосновываться, и поэтому... Конечно же, они, опять же, абсолютно не имеют информации об Украине, о реальной Украине. И, соответственно, конечно же, ведут активную пророссийскую позицию. Что касается наших соотечественников, то, конечно же, есть и коллаборанты, которые ездят и приклеивают на свои автомобили Z. Они, скажем, и, конечно, нас удивляют, как они могут, проживая более 20 лет на территории независимой Украины, говорить о том, что есть угроза там нацистов, там бандеровцев и так далее. К сожалению, есть такая категория. Мы должны учитывать, что за 8 лет то поколение, которому было условно по 7-8 лет, сейчас уже по 15-16 лет, соответственно, они напичканы идеологией российской. И понятно, что вот эта категория молодежи уже больше воспринимает Российскую Федерацию, нежели Украину. Но при всем том, обратите внимание, я просто расскажу несколько случаев таких вот из жизни. Сейчас все больше появляются автомобилей, в которых на громкую, ставят громко червоную колыну. Представьте, оно есть, и есть оно в Тернополе. Это по Симферу? По Симферу ездят машины, в которых играет червоная колына? Червоная колына, а громко причем включает. Есть такой случай, когда на рынке 8-летний мальчик запел песню «Червоная колына», к нему подбегает бабушка и говорит: «Сыночек, еще раз спой». Его мама этого мальчика, конечно, по-своему испугалась, подумала, что ну сейчас бабки налетят, начнут там говорить там бандеровец и так далее. А она достает 100 рублей и говорит: «Сыночек, за эту песню я готова дальше воевать». Такие случаи, это реальные случаи в Симферополе. Теперь, что касается, конечно же, самих настроений. Настроения есть испуги. К примеру, в последнее время, когда было заявлено о том, что будут бомбить Крымский мост, то началось особое беспокойство. Потому что, во всяком случае, если раньше там на рабочих местах и так далее активно пытались обсуждать войну и активно пытались обсуждать, скажем, какая непобедимая российская армия и освободители русские, то сегодня предпочитают просто промолчать, нежели это обсуждать. Тем более, если понимают, что есть люди... Но если, ну, понятно, что проукраинские люди не очень готовы сегодня активно спорить. Но я вам скажу, мы запустили такую кампанию, где мы фиксируем все автомобили с Z. Мы верифицируем, даем информацию. И поверьте, мы обратились к людям, к нам ну, ежедневно присылают эти фотографии. То есть это в том числе тот посыл, когда люди уже хотят проявить свою протестность, но пока еще не могут в виде каких-то акций и кампаний.
Но, с другой стороны, они уже пытаются быть причастными к процессу борьбы с теми, которые несут вот эту идеологию. Эскандер, ну, и третья... я вот хотел уточнить как раз по этой вашей кампании. Я вижу, как вы кошмарите этих крымских водителей, которые лепят эту букву Z. Скажите, приносит ли это какие-то результаты? Кто-то сдирал уже эту букву Z? Ну да, но дело в том, что на самом деле там активно проводится такая кампания по сдиранию этих Z, по, скажем, прокалыванию шин. И, насколько нам известно, 148 дел открыто оккупантами по заявлениям. Из них 21 дело непосредственно в Севастополе. Но обратите внимание, что только по заявлениям. То есть есть люди, которые не подавали заявления на то, что у них сорвали там букву Z. То есть не будет преувеличением сказать, что это достаточно массовая история, и что ездить с буквой Z по Крыму это не очень, как это сказать, перспективно. Но вот вы правильно подобрали слово, не очень перспективно, потому что сказать, что небезопасно, пока еще рано, но не перспективно, это как раз-таки то хорошее слово, потому что действительно сейчас мы видим больше зеты на таких коммунальных автомобилях, на коммунальных, допустим, на автобусах, на троллейбусах, на маршрутках. А частники уже начинают потихонечку прибирать. Поэтому я думаю, что наша компания, тем более, когда мы сейчас начнем постепенно передавать эти списки в прокуратуру и, соответственно, информировать о том, что по ним открыты уголовные производства, потому что они поддерживают военные преступления, поддерживают преступления против человечности, то, я думаю, это очень сильно будет выполнена наша, скажем так, задача по деморализации тех, которые сегодня активно поддерживают вот эти вот Z-компании. Что сейчас... И третий, я еще хотел сказать про людей, которых привозят или которые приезжают из новых оккупированных территорий Украины. Конечно же, здесь сказать о том, что там созданы специальные какие-то фильтрационные лагеря, такого нет. На самом деле их регистрируют, им в том числе выделяют определенные пособия, им пытаются выдавать так называемую гуманитарную помощь, но при всем том есть нормативный документ, уже внутренний, что людей из новых оккупированных, ну они немножко по-другому, что людей из Херсонской, из Запорожской, из Украины не принимать в Крыму. То есть всего на сегодняшний день, ну, имеется в виду, и правда у них там оговорка, что на время сезона курортного. И поэтому вот здесь как раз-таки речь идет о том, что, может быть, это просто как причина. На самом деле они не очень хотят, чтобы украинцы, которые едут или которых вывозят в Крым, они оставались на территории Крыма, потому что задача у россиян вывозить украинцев подальше, в отдаленные регионы Российской Федерации, где действительно уже есть 66 фильтрационных лагерей. Вопрос у меня по политзаключенным. Совсем недавно президент Украины Зеленский присвоил стипендию Нариману Джелялу. Что скажете, какова ситуация там? Действует ли конвейер вот этих судебных процессов? Что, есть ли новые сроки? Как расследуется дело газовых подрывников и тому подобное? Я полностью поддерживаю, и мы в свое время все были инициаторами того, чтобы действительно украинское государство помогало нашим соотечественникам, которые по политическим мотивам находятся в местах несвободы. И это, в первую очередь, помощь, конечно, близким, и в том числе на оплату работы адвокатов. Что касается вот последних событий, вот только за апрель месяц, было вынесено три приговора. Три приговора — это 19 апреля оккупанты приговорили фигуранта по делу Хизбут-Тахрир Эмиля Зиединова, а также суд приговорил, городской суд приговорил Мустафу Джамилева к двум наказаниям, по которым истекли сроки давности, и 27 апреля оккупанты приговорили фигуранта дела украинских диверсантов Дмитрия Штыбликова. Это только за апрель.
Если мы возьмем первый квартал 2022 года, то там, конечно же, все это исчисляется на десятки. И, соответственно, конечно же, в этом случае мы говорим когда мы говорим об арестах, то было 31 арест, 28 в отношении крымских татар, 16 приговоров. И получается 16 приговоров. И, соответственно, вот эти 16 приговоров, они говорят о том, что они продолжают выносить уже приговоры и, соответственно, этих людей вывозить на территорию Российской Федерации. Понятно, что важна дальнейшая работа адвокатов, важно, чтобы была поддержка. Понятно, что сейчас у нас коммуникации нарушились, я имею в виду больше физические, когда была возможность приезжать с родственником на территорию материковой части Украины или приезжать адвокатом. Сейчас это усложнилось. Последний вопрос, если позволите. Некий господин Мурадов, полпред Крыма, вот буквально вчера объявил о том, что южные территории Украины теперь будут Россией. Как вы думаете, как такие возгласы могут воспринять в Крыму? Дело в том, что по-разному. Кстати, те, которые сейчас заявляют о том, что вот хорошо, сейчас Херсонская область присоединится к нам, или территории Херсонской области, и мы будем кушать херсонские помидорчики, лук, там и чаплынский такое. Сыр, да, и чаплынский сыр, да, я знаю. Да. Кроме того, из Херсонской области вывозится зерно, вывозятся овощи, фрукты. Поэтому здесь то, что этот сценарий они рассматривали, один из сценариев, и он был более реальный, я неоднократно об этом заявлял, потому что им легче. У них дело в том, что проблема Херсонской области по созданию оккупационных администраций достаточно сложно проходит. Не получается с проведением референдумов. И поэтому наиболее легкий и простой способ – это присоединить создать Крымский федеральный округ и, соответственно, присоединить новые оккупированные территории для того, чтобы управлять из Крыма. И поэтому здесь, когда мы говорим о наших проукраинских соотечественников, то, в принципе, они за освобождение вообще всей территории Украины, и они очень ждут, и много зависит от успехов нашей армии. А если говорить об оккупантах, то они только видят, как максимально разорить Херсонскую и Запорожскую область. Ескандер Барієв, голова Кримськотарського ресурсного центру, член Меджлісу кримськотарського народу, був з нами на зв'язку. Дякую. Це марафон на Чорноморці. За кілька хвилин ми повернемося.